Доброго времени суток, дорогие друзья. Извиняемся за долгое молчание. Причин было много. Сейчас все нормализовалось. Растения мы опустили вниз. Все привели в порядок. Плюс благодаря Владимиру Селенскому, который приходит нам, просто помогает. И благодаря его коктейлю пробуждаются почки. Все цветут, и все, собственно говоря, растения нас очень-очень радуют. В общих чертах сделали несколько роликов. Сейчас мы это все выставим, можно будет посмотреть и ознакомиться. Небольшой анонс на ближайшее время. Давайте не будем впадать в панику. Да, курс валют сильно очень и очень сильно вырос. Пока что будет дальше, неизвестно. Что касается закрытие границ, тоже все под большим вопросом. Некоторые питомники уже не работают, то есть они работают онлайн, но закрыты для вывоза. Оскар Тинтери пока взял тайм-аут, то есть мы, естественно, собираем заказ на Оскар Тинтери, все в силе. И, собственно говоря, как планировали, 23 числа мы им скинем заказ, который мы соберем. А дальше будем уже смотреть, исходя из того, что будет происходить. Поэтому не надо, еще раз повторяюсь, наводить панику. Все будет хорошо. Немножечко, может быть, будут какие-то задержки. Мы будем оповещать, но не нервничайте. Всю информацию мы вам предоставим, которой будем владеть сами. На сегодняшний момент пока мы предлагаем то, что есть в наличии у нас на складе. Еще раз повторю, растения, вот смотрите, все в хорошем состоянии. Еще раз акцентирую ваше внимание, это не уценка. То есть цены, которые мы предлагаем, это не уценка. Растения в хорошем состоянии, просто у нас до 8 марта мы приняли решение сделать скидки. И эти цены мы оставляем, они действуют. И по сей день на все растения. Поэтому быстренько пробежимся, расскажем, покажем. Отправки начались, отправки мы делаем в том же режиме. Всегда просим и благодарим за то, что вы присылаете нам скрины оплаты, плюс ко всему свои данные, куда чем отправлять. Итак, значит, совсем немножко осталось. Кафорский лайм, лайм квад по 2600, лайм варикатный, лумия 2 штуки, лимон Авалия Соренто, это по 2600, и 2 клементинчика, классных, вкусно пахнущих. Загара Бьянка по 2000, лимоны. Лимоны в ассортименте по 3300, капучиата, капучио, сиракузана, корубара, лунарио. Далее ролик мы сделаем, все будет более понятно и видно. Шикарные хистриксы по 3300, они все в цвету. Далее клементины тоже по 3300, тоже все цветут. Апельсины, вот есть апельсин сангвинелла, и с другой стороны покажу апельсин Авалия Калабрезе. Кротоны по 350, по 300 рублей, японика, камелия розовая по 1000, классные очень, кофе по 350, наверху гуавы, гуаявы, тоже по сниженным ценам, два рангпура сладких классных по 3300, тинтери по 3500, по 5100 тинтери, компаты. Далее отдельный ролик сейчас мы сделаем по цитрусам, которые такие большие, тоже по 3300. Еще раз повторю, все замечательно в хорошем состоянии. Сделаем на них отдельный ролик, чтобы вы могли посмотреть. В наличии олива 2300 сортовая. Кстати говоря, такое ощущение, что она может скоро начнет цвести, но я не уверена, не буду говорить, пока не уверена.
Далее, вот эту телегу мы еще не привели в порядок, но вот немножко агруми и адава. Далее, вот такие карубара по 800 рублей. Папуаны микроцитрусы. Гиала варигатный, каламандины, лумия. Тоже сделаем поближе. В принципе, можно и сейчас посмотреть их поближе. Выкатить. Вот гиала по 3300, каламандин за 2500. Далее там у нас виднеется лунарио. Плюс уценка. Здесь уже уценка. То есть это растение, на которое мы снизили цену. Значит, уценки тоже отдельно сделаем, но чтобы вы понимали, то есть все живое. Вот они, почки пробуждают. Вот они все живые. Варигатные, вот они прям вообще, вот серкузана весь. Варигатный весь прям, весь живой. Далее на авокадо скидку мы сделали, большую уценку. Внизу хиндиши кумкваты и цитроны по скидке, по очень хорошей скидке. И будет предложено вашему вниманию подвой. То есть растения в темноте не смогли адаптироваться и выжить. Такие вот пенечки, один вот уже пробудился, будут выставлены на подвой. Все почувствовали весну, сейчас начинают приходить в себя. Здесь у нас мы откладываем то, что ваши заказы. Будем отвечать на все ваши вопросы. Извините, что с задержкой, потому что, да, у нас не хватает времени, потому что нужно еще и приводить растения в порядок, и мы не можем их оставить без внимания, потому что они живые. Еще раз повторяю, не наводите панику, все будет хорошо. Вся информация, которая появится у нас, мы вас оповестим, что касается будущих привозов. Сейчас будем рассматривать то, что есть в наличии. Всем хорошего вечера. Вы задавайте вопросы, пишите, спрашивайте. Постепенно, да, будем обрабатывать ваши заказы, присылать вам фотографии. Большая просьба, сейчас очень много опять активизировалось мошенников. Никаких оплат, пока вы с нами не будете общаться. То есть ВКонтакте это Лилия Степанова, везде на остальных ресурсах Елена, Елена Цитрус. И без предварительного фото, пожалуйста, никому не отправляйте ваши денежные средства. Еще раз всего вам хорошего. Всех благ. Lime Quad Tavares. Вот такой вот красавчик. Сейчас с этой стороны еще покажу. Капрский лайм 2600. Далее. Написано Помело, но это не Помело, это Лумия. Это гибрид грейпа и лимона. На самом деле очень даже вкусный. Не горький. Что-то похож чем-то вот на империал. Но это немножечко другой. Очень прекрасно, замечательно растет, разрастается и завязывает очень хорошо плоды. Лайм верде. Вот он весь. В завязях и цветет 2600. Далее лимон овали ди Сорренто, 4 штучки осталось, тоже по 2600. Два клементинчика таких вот, очень сладкие, вкусные, 2 штучки. Сейчас еще с той стороны обойду. На самом деле все в хорошем состоянии. Два лимона загара бьянка по 2000. Молодой прирост из-за того, что была нехватка света, деформация листа, но это не влияет на качество растения. Можно этот побег удалить, укоренить, привить. В принципе, собственно говоря, вот такой вот. С этой стороны еще раз показываю
Пока светло и видно. Лайм-клад Товарес хорошенький, 2600. Дальше есть вот в бутонах вот этот как раз помело. Но это не помело, а лумия, как я уже сказала. Далее овалия Висарента цветет в завязях. Это по 2600 цитрусы. Далее Амальфитана. Капуччо. Лунарио. В 20-м горшке по 3300. Все цветут, кто-то из них с плодами. Корубара. Далее Сиракузана с плодиком шикарный. Лунарио. Капуччо с плодиком. И Капучиато. Два Капучиато очень хорошие. Все в цвету и завязях. Аромат, конечно, божественный, сразу говорю. Пахнет очень вкусно. Дальше. Вот еще один Капучиато один. Лимон Черза, который у нас разросся. Кафорские по 3300 также. Вот смотрите, они все шикарные, с молодыми приростами. И все сейчас цветут. Все в бутонах, все абсолютно, все очень хорошо выглядят. С учетом того, что было даже темно, выглядят они хорошо. Постараюсь немножко, чтобы было видно штамп. Вот так вот они выглядят. Все очень даже хорошенькие. По 3300. И один лимон, апельсин сангвинелла. Вот такой вот классный. Тоже 3300. Далее клементины, сорт клементино, все в бутонах, некоторые уже завязали, ароматные, очень вкусные, сладкие. Два осталось клементина коммуне, два рангпура сладких, то есть все зеленые, все цветущие, не лысые, не луценко. И вот цветет очень сильно апельсин, скорее всего, овалик лавроза, тоже по 3300. И мандарин Клеопатра один, вот одна штучка. То есть они все с приростами и все практически цветут. По 350 рублей кротоны. Камелии по 1000 рублей. Камелии хорошо себя чувствуют, дают молодые побеги. Совсем их чуть-чуть, выбрать есть из чего. По 1000 рублей. И классные кофеюшки, кофе по 350 рублей. В горшке очень много штучек. Можно рассадить, можно так оставить. Наверху у нас гуавы, гуаявы, мыльное дерево. Пошли в рост очень хорошо азимины по 3000. Проснулись. Такие вот экзоты. Дальше по 3500 осталось немножко, совсем чуть-чуть тинтери. Триплоид камель, две штучки. Такие вот. Дальше мандарин Палазели. Далее апельсин Невилейт. Мандарин Ташиба. Дальше такли вот на заднем плане. Клементин Каффин. Лимон Лигуре. Фрута Пикала. Каналикулята Ди Палермо. Клементин Нур, Валенсия, апельсин на заднем плане. Сейчас еще кто-то здесь. Лимон Демре. Потом лаймквад. Лаймквад Лейкленд. И мальтийский апельсин, который красномясый. Немножко сакцентирую ваше внимание.
да, говорят о том, что цитрусы сбрасывают, и лысые ветки в итоге засыхают, они у вас засохнут, их нужно удалять. Я хочу вам сказать, не надо никого слушать, даже не надо слушать меня. Слушайте все, делите пополам, потому что цитрусы – это живые организмы, которые непредсказуемые, я вам скажу так. Сколько я за ними наблюдаю, нет для них константы. Все зависит от условий, от каждого конкретного экземпляра. Вот, пожалуйста, видите результат. То есть он стоял, и вот пробуждаются почки. Мы ничего не трогали, мы ничего не срезали. Идет пробуждение почек. Поэтому не надо ничего трогать. Все, что не нужно, цитрус отсушит. Все, что нужно, пробудит, оставит. Далее. Кумкват Маргарита по 3000. Аркабален цветет за 5100. Макрофила 3500. Вот такая вот. Летящий дракон 3300. Букет Никси 5100. Вот такой вот классный. Еще один арковален без прироста. Два осталось Кумквата Абаввата. В этот случай вот они выглядят очень хорошо. И два кукли по 3300. Thank you.